Так, Ark Survival Evolved, на связи Чандер и пока только Лелуш. Вот, девчатки уже почти докачали, там сколько, час остался, да, докачки. Короче, ребят, тема следующая. Вот даже такой высоты уже хватает, чтобы пиранья вас не сожрала. То есть все, вот так, на такой глубине можно спокойно. Сейчас я еще вот эти фундаменты разберу, перестрою, и будет все классно. Мы сейчас подготавливаем стрелы с танк... Вот, видишь? Бить могу. И бить могу, самое главное, при этом. Все, ребят, наконец-то мы можем убить пиранью. Это просто жесть. Ура! Ура! Мертва! Сейчас я притащу Лелушу, показываю. А то он не поверит. Все, тащу, тащу. Рыбу тащу. Страшная какая, ух. Здоровенная. На самом деле это... Я не знаю, как это можно назвать пиранью. Это целая акула, судя по размеру. Ну да ладно. Что, на уху нельзя? А где рыба? Как это вот где рыба? Вот она. Что, не видишь? Это пиранья. А, она прилетела только что. Да? Все, забирай. Забирай ее, разделывай. Я пойду перестрою. Ой, смотри, какой красивый додо. Прям кислотный, отвратительный. У нас всех додох наших пожрали. Можно будет потом сделать еще армию додо. Но это позже. У нас все-таки цель понаделать транквилизаторов и сорганизоваться в... Трицератопса, к примеру, кстати, да. Надо повысить хпху. И взять седло на трицератопса. Оно где-то прям изучается. Не так далеко. А, прококтодон какой-то. Для скорпиона. Угу. Гиенодон. Эквус. А, нам нужен... Во, трицератопс. Прекрасно. Вот он там нам как раз таки и нужен. Мы его и возьмем и попробуем сделать. А, мост сейчас переделаем. Слушай, ну шикарно получается, если честно, фундамент. Так, а что требуется для починки? А как починить? Недавно повреждено, можно починить через... А, понял. Понял, пока никак не починить. Уловил. Так, тогда здесь поставим, все. У нас есть мост, который соединяет, и по которому мы сможем, если что, какого-нибудь динозавра перевести. А то будет как в случае с Шикхалом, и он просто умрет, так и не добравшись, из-за какой-то пираньи 33 уровня. Так, трицератопсы. Трицератопс тут четвертый, там есть альфа-трицератопс, попробуем транквиликами. Сколько там у нас есть уже транквилизаторов? Ноль, но есть куча наркотиков. Это хорошо. Все, все, я понял. Сейчас я тогда тебе еще наркобери передам, и можно будет уже делать. Я понаделаю транквилизаторов. Где там эти наркотики? А где они готовые-то? Я сейчас положу. Я закинул этих еще наркобери. Да мало наркотиков, 24, ты чего? Это все? Да. Да ладно. Я зато стрелся, то что сел. Закидывай сюда же, я их заберу. Сюда же можно закинуть? Сюда можно закинуть. Все. Делай и себе стрелы. А ты уже можешь транквилизаторы даже делать? Я открыл, да, изучил. Понял. Делай тогда. Сколько нужно транквилизаторов? Вот в чем вопрос. На вики написано, могу глянуть. Если ей можно верить. Ну вот можно ли ей верить? Может быть, она как чатик. Но в любом случае, я через ремесло делаю транквилизирующие стрелы. Я могу их много Боже, как неудобно. Для дополнительных функций... А, вот, создать все. Поехали. Так, фигарим здоровье. И... Слушай, а мы можем кожаную броню уже сделать, а? У нас ресурс-то есть для этого? Можно открыть, да. Я ее открыть-то открыл. Да, я могу, кстати, ее даже сделать. Два, три, четыре. У нее полный комплект, потому что, понимаешь? Такого соломин тоже. Да. Неважно, я уже в кожу снаряжаюсь. Солому... А мы можем как-то разбирать предметы? Не знаю. Чат, можете написать, как разбирать предметы. Ну, слушай. Прям кожа-кожа. Прекрасно. Нет. Я похож на грабителя. Ой, мне нравится. Все, девочка в кожанке. Шикарно. Настоящая бандитка. Отлично. Так, это мы скидываем раз, два, три. В смысле, что произошло? Не знаю. Не знаю. Это я починил, что ли? У нас закончилось место в шкафу. Я так, вторых. У меня есть 27 стрел.
Это уже хорошо, наверное. Есть семена. Семена. Семена, кстати, портятся, хочу обратить внимание. Это очень плохо. Вот то, что да. Семена портятся, это отвратительно. Угу. Ладно, пофигу. На трицератопса я не знаю, какие ягоды нужны будут. Я хочу попробовать альфу сейчас поймать. И да. На трицератопс. Обычный ягод. Просто кор. Да. Так, как менять стрелы на луки? Е. Тройку зажать. Дополнительные функции. Щелкните ПКМ. Щелкнул. Может вот так. Удалить боеприпасы. Снять, выбросить. Давай попробуем удалить боеприпасы. Мало наркоты, потому что мало протухшего мяса. Снять, выбросить. Я не понимаю, как новые эти сделать. Как другие стрелы поставить, чат? Разделить стак. Выбросить, разделить стак. Странно. Ладно, давай тогда пока уберу обычные стрелы. И отсюда тогда нужно будет убрать стрелы. Я, во всяком случае, не понимаю, как это работает. Все, я удаляю боеприпас. Блин, он сразу же ставится, конечно. Удалить боеприпас. Ага. Все, я скинул стрелы. А теперь транквилики работают? Нет. Почему? Я не знаю. Транквилики есть, транквилики есть. Использовать я их не могу. Во! Переместить в лук. Понял. Переместить боеприпасы в лук. Все, у меня есть стрелы с транквилизатором. Пойдем альфу торкнем. У тебя есть стрелы с транквилизатором? Я тебе все дал. Сделай еще. Тут у нас спинозавр, слушай. Может, его попробуем тогда? Делай. Без тебя я точно не справлюсь. Может быть, сразу... Ну, на спинозавра у нас нету этого седла. К черту тогда. Давай, мне нужна твоя помощь. Хочу трицератопса. Сейчас. Альфу именно. Так, седло. Седло на трицератопса. Требуется... Кожа еще. Слушай, а может получится все-таки? Самому-то. Раз. Так, как стрелы переключать? В ячейке быстрого доступа. 3 4 5. 5, говоришь? Серьезно? Уже 5 вогнал. Наврали. Это не я, это Вики. Вогнал 5 стрел. Она все еще бегает за мной. Может, оно там на время как-то идет? Возможно. Так я тебя не вижу, что ли? Я еще использовал 6-ю. 7-ю. 8-ю. Вижу. Не, оно все-таки бесится. Меня оглушили. Беги. Помогай. Сменяемся. Какой? Где она? Она не лежит. Нет, она не лежит. Она не собирается ложиться. И близко нет. Слушай, я в нее даже не знаю, сколько стрел садил. Ей так, пофигу. Сейчас. Так, красные ягоды надо пожрать. Голод прям сильно тратится, поэтому я пожру ягод, потому что у меня ничего другого нет. На камень надо было встать. Естественно. Вот мне очень нравится, когда абсолютно кто-то... Ну, возможно, видеопотока нету у зрителя, и он пишет подобные вещи. Когда я стоял на камне, а он такой... На камень надо было встать. Окей, спасибо. Так, еще одна стрела. Еще одна. Ты стреляешь, я надеюсь? Я пытаюсь выбрать, чем стрелять.
А, понял. В быстрый доступ, быстрые слоты. Да, уже. Надо в голову стрелять, если что. 5 раз. Я знаешь, сколько раз в голову уже стрелял? Ну, вдруг. Я вообще в нее всадил уже не 5 стрел, а очень много. И не только в голову, и в жопу, и повсюду. Сработало! Сработало! Я не знаю, сколько, ребят. Порядка 20, наверное, стрел получилось. Так, погоди, я положу еду. Я закидываю сюда все вот такие ягоды. Я закидываю сюда все вот такие ягоды. Я закидываю сюда все вот такие ягоды. Я закидываю сюда... Да, вот такие ягоды тоже. Все, лишь бы какие-либо. Лишь бы какие-либо. Идет тейминг? Идет. Где ты видишь? Выйди. Вышел. Да, идет приручение, все, хорош. Трицератопс самец, кстати. Самец. Значит, это мужчина. Кто это будет у нас? Надо подумать. Сейчас подумаем пока. Пока он приручается. Приручение 59%, кстати, а больше не идет. Там подождать надо. Держи. Что нужно? Я выкинул. Тебе под ноги. Ага. Что? Бери. Что брать? Вот снизу. Седло. Да, седло, спасибо. Сейчас подумаем, кто это будет. Сейчас подумаем. Все, самец-сталкер, согласен. Сталкер. Принять. Самец-сталкер. А, племя игрока Оля 1. Пол мужской. Посмотреть инвентарь. Надеть костюм, седло. Еды у него достаточно. Еды прям, ух, ух, вес еще какой-то у него. Все вполне логично. Он 25 уровня. А я сам... О! Моя первая поездка. О, да. А как управлять? Я могу. Я могу к тебе на хвост запрыгнуть, по идее. Давай. Если он отпустит, то... С камня попробуй. Пойдем к воде. Там какая-то ящерка большая. Да-да-да. Что за ящерка? Как зовут ее? Подойди, посмотри, как ее зовут. Не съест меня. Боже, это потрясающе, слушай. Не, она не съест. Это, случайно, не та свинюшка, которая нам нужна была? Прочитай. Может быть, это правда та свинюшка, которая нам нужна? Нет, это листозавр некий. Листозаврика, давай попробуем этим динозавром. О, кстати, ты сел. Реально сел. Ну-ка. Ух! Листыч, сорян. А, собирай листыча. Лутай. Просто 2 удара. Будет добывать цветы. Добывать цвет мет и аномалии. Возможно, цвет мет и аномалии. Хабар. Короче. Ты посмотри, что делает. Смотри, что делает. Просто ты видишь? Это группа лесоповал. Еще один. Нужен еще один, я думаю. Ну-ка, наркобери и прочее. А он собирает в себя или в меня? В себя, наверное. А как мне посмотреть его этот инвентарь? Обязательно вылезти надо? Посмотреть инвентарь. Да, он в себя. Ты посмотри, больше 100 наркобери уже, ты понимаешь? Я только сел в него. Чат, что качать трицератопсу? Подскажите, пожалуйста. Вот только, пожалуйста, важно. Надо было Морганом. Моргана, да, давай второй, если будет мужчина, то Морганом его. Кажется, вес накачать. Что говоришь? Вес. Вес? Переносимый, да. Хорошо. Вкачаем вес. Погнали, вон еще трицератопса возьмем. Пусть будет девочка. Не, нам девочка нужна. Нам нужна девочка Либра. Возможно, это еще урон качать ему. Но это жестко. Это прям очень жестко. Он силен. Ой, он медленно пошел. В нас и закончился. Устал. Устал, да. А у меня почти перевес. У кого? У него.
Да ладно. Ну, он почти загружен. На 80%. Ну так разгрузи, наркобери всякие пособирай. Ой, мне не влезет. Отчасти хотя бы. Сейчас, я не убегу. Не, ну слушай, это шикарно. Все, мы наконец-то оседлали. Вон альфа. Альфа-самка? Сейчас. Да. Отлично. Так, малыш. Какая-то кровавая. Выставляем пыль. Настройки, действия. Действия. Кастировать тебя не нужно как раз-таки. Поведение. Отношение к врагу. Нейтральное. Что это значит? Просто нейтральный. Пока следи, я сделаю седло. Так. Приказать не следовать. Не-не-не, пусть следует. Он за мной последует? Да, он за мной последует. На какую-то кнопку надо нажимать, чтобы от инвентарь... Ну, не знаю. Пока не знаю, ребят. Пока не шарю. Все, теперь в целом можно и отношение к врагу сделать. А у нас козы, кожи не хватает. Агрессивная. И также... Не, пусть пока будет все-таки этот... Отношение к врагу пассивный. Пока что пассивный. Потом посмотрим. А плюс что еще? Управлять нет, инвентарь нет. А, приказать... Сейчас, погоди. Первые настройки. Приказать не следовать. Во, приказать не следовать. Хорош. Дальше вкачаем ему... Вес. Уровень 40? Неплохо. Неплохо, неплохо. Все, я готов. У меня 10 стрел есть. Лита пришла, что ли? Да, я скачал, но я не могу зайти, потому что ты у меня не в друзьях, я хоста не вижу. Это прекрасно. А, кинула заявку, понял. Уже увидел. Сейчас принимаю тебя. Все, я тебя принял. Залетай. Отлично, захожу. Так, Рурус. Да. Где ты? Сколько стрел у тебя? 4. Сколько? Что ты делал все это время? Мясо потухшего очень. Бегом за стрелами. И у нас нет кожи, чтобы бегом сделать. Бегом за стрелами. Седло. Ты насобирал кожу с этого, с малыша. А, нет уже. Уже нету? Нет, на твое седло все ушло. Тогда сначала приручим, а потом добудем кожу. Чё? Все, я начинаю обстрел. Ты потом подключайся, как сможешь. Я 2 стрелы. Правда, в жопу, по-моему, вошли они, но... Ягоды взял? Что говоришь? Ягоды взял? Не знаю. Скорее нет. Что-то нет. Мажу много по ним. Но всаживаю. Все, у меня осталось 4 стрелы. Она убегает. Она не должна убегать. Она упала. Все, давай, тейми ее. Лови. Приручай. А убить можно будет потом, например, вот этого паразавролопа, потому что он здесь. Так, на быстрые слоты попробуем сделать. В смысле? А как на быстрый слот поставить стрелы? У тебя получалось? Нет, только через инвентарь переключать их. Опять чат наврал, ну кто бы сомневался. Видимо. Что, приручается? Да. Приручается. Это Либра, учти. Ага. Назовешь ее Либра. Пара завралов нам даст шкуры. Нам же нужны еще шкуры? Нужны, не хватает. Бегать. Поехали, 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 работай. Помогай. Стрелы прям... Ничего себе, галец! Да. Прогуливается. Есть мелкая какая-то штука. Страшная. Помогай! Ого. Троодон какой-то. Не, можно
приручить. Я каким-то образом... А, я оглушился, все в порядке. Здоровье у меня, да, но я... Я лежу просто. Он, видимо, меня отравил. Там снова капсула приехала. Можно забрать ее. Я пока валяюсь, я не знаю. Я не могу ничего сделать. А, без сознания. Да. Так, мое. Так, хорошо. Не забудь, у нас уже трицератопс, она уже готовая. К ней сгоняй. Ну-ка, я долго... Все, я просто встал. Прекрасно. Либра. Есть правильно. А кожи с него было 20 единиц. Блин, ну слушай, диплодоки это конечно... Ну это не диплодок, да? Нет, это не диплодок. А ты кто такой по жизни? Обоснуй. Ты кто по жизни, друг? Расскажи, как тебя зовут? Апатозавр? Брантозавр все-таки. Брантозавр. Самка брантозавра. Ого. Не, ну таких гигантов мы пока не готовы, ребят. Пока нет. Мы трицератопсов как-то скромненько так пока что. Это все. Я правильно понимаю, южная зона 2, да? Да, совершенно верно. Южная зона 2. Я в игре. Отлично. Добирайся до нашей базы, делай какое-нибудь снаряжение и пойдем уже дальше собирать что-нибудь. Так, у нас два трицератопса. Не забывай вкладывать там еду. А то будет, как было. Ага. Ага. Так, управлять это, конечно, прекрасно. Сделал седло, нет? Сейчас. Можем по полю пройтись, и у них будет еда на год. В целом, да. Ну, мы сейчас будем эти, я думаю, транквилизаторы как раз-таки делать. По полям бегать, делать транквилизаторы и прокачивать. Ну, вот сталкер уже 40-й. И его можно еще повысить. 41-й он уже становится. Это сильно. Прям быстро. Хорошо, хорошо. Так, и себе вкачаем чутка здоровица. Далее будем прокачивать, что нам нужно. Я думаю, седла. Давай сначала седла всех седла понаделаем. Давай. А потом все остальное. Меховые там штуки. Седло на скорпиона. Надо какую-то базу строить. Я думаю... Слушай, оно опять на том самом месте. Да, я же тебе сказал. Капсула приехала, забирай. Я не знал, что она на том же самом месте. Я пошел. У меня есть кожаная броня. Прикрою тебя. Прикроешь пледиком после того, как пираньи меня обглодают? Спасибо. Да, или застрелю тебя случайно. Контейнер 70 из 100. Здесь мы нашли два ящика. Полезно. Деревянный указатель. Кровать, кстати. Стоящий факел. Три штуки. Селитра. Пригодится точно. И все. Больше здесь нет ничего. Жаль. Прилетает такая космическая фигня и такая. А хотите деревянный ящик? Хорошо. Да-да-да-да-да. Давай, делай еще больше трицератопсов. Они гадят, учти. Сейчас спаривание идет, нет? Сейчас. Включите режим спаривания. Готов к спариванию. 39 уровня уже. Ого. Но надо будет еще по полю пройтись немножко и все. Хорошо. О, идет спаривание. Их вплотную прижать. Отлично, все. 41, 42 уровень уже. Либра уже больше уровня. Ого. Но она была изначально 26, поэтому неудивительно, что она уже больше. Она больше не светится. Она больше не... А кто альфа тогда у них? Непонятно. Ну, видимо, она... Тут пол мужской усилен узами. Возможно, это оно, эффект. Не знаю. Может, какой-то бонус? Усилено узами. Может, бонус какой-то. В любом случае, в комментариях потом напишут. 30 минут, и уже Оля 3 к нам присоединится. Но Оля 4 в процессе. Ребят, каждый просто у нас должен пройти путь смерти от пираний. Все, как закалялась сталь, знаете? А, вот. Путь боли. Путь боли, да.
принять. Оля 4. Мой первый день. Стоп, в смысле мой первый день? Так, погодите. Выжить в течение 24 игровых часов. В смысле? Мы уже далеко не первый день выживаем. Ну да ладно. Кстати, получается, ачивка «Оседлали динозавра», которая у 49% игроков, получена раньше, чем мой первый день, которая получена у 53% игроков. Тут-туду, неплохо. Так. Ну, пока ночь, я думаю, смысла особо идти некуда. Но надо разгрузить динозавров. Давайте разгрузим. Опа! Яйцо альфы! Яйцо альфы! Смотри. О. Испортится через. Нам обязательно нужно подвести туда или как? Холодно. Холодно. До костра. Подобрать. Понял. Оплодотворенное яйцо трицератопса. Что происходит? Звук какой-то странный. Мне нравится. Так. А, просто выкинуть его надо? Да. Выбросить. Не в костер. Не в костер, я понял. А, бить его не да. надо. А как присоединяются к племени? Я тебе вроде прислал приглашение. А как надо, чтобы присоединилась она к нам? Меня не пишут. Вот, принять в племя. Лилуша, а как ты присоединялся? Через L вроде бы. Через L? Там может, там будет приглашение какое-то, да? У меня только создать племя есть, и все, назовите племя. Странно, потому что я тебя сейчас пытаюсь вот принять. А наведи на Чандра. Не появляется ничего? Ну, я вот нажимаю именно принять тебя. А вот... А, нормально! Моя девочка заступилась за меня, да. Не обижать наших. Все, разделывай меня. Разделывай. На контроле. А контрол это бить в мели, поэтому... Да-да-да. Так, ну я тебя вроде попытался принять. Не принялась? Ты вроде не принялась. Самое интересное, он мне не дает возродиться. Через 30 секунд только. А потому что ты атаковала нас. Вот, да. Забавно. Так, яйцо, что с яйцом? Поэтому и говорили, что там настройка включить, кто в ПВЕ не атакует своих. Дружественный огонь. Понял. Ну, сейчас попробуем включить тогда. А термошкаф, он холодный? Да, низкую температуру. Нет, термошкаф нам не нужен. Термошкаф не нужен. Значит, смотри, значит, нужно до инкубатора дойти, а инкубатор нам пока недоступен. Мы даже не знаем, на каком уровне он будет. Ребят, короче, у нас просто это яйцо умрет. Мы ничего с этим поделать не можем. Оно умирает. Просто смиритесь с этим. Слишком холодно. Мы уже прям костру его подводили без толку. Все. Ты есть, да. Отлично. Все, есть. Оля есть. Надо, похоже, голос на какую-то другую кнопку переделывать. Но не на контроль точно. Ну, вроде альт не действует. Я сейчас на альт поставлю так. Так, посмотреть инвентарь. Повысить вес. О, все. Инкубация. Повысить вес. Инкубация пошла? Да. От двух костров? Ага. Да, ребят, короче. Инкубатор надо строить обязательно. Вы должны дойти до инкубатора. Меня слышно? Все понятно. Тебя слышно, Дэн. Все, ребят, короче, вранье. Чату никогда не верьте, это вранье, потому что даже яйцо трицератопса, как вы видите, оно спокойно может инкубироваться от двух костров. Все в этом плане неплохо.